Рассада малины и голубой растет в местах, где соблюдается баланс тени и солнца, не слишком засушливые, не слишком влажные. Различные типы почв, и щелочные, и кислые подходят для этого неприхотливого растения. Его можно высаживать вдоль дорожек, в миксбордерах, контейнерах, каменистых горках. Особенно выигрышно смотрится малиния при декорировании берегов водоемов. Цветет в июле-августе легкими соцветиями. В высоту достигает 50 см. Следует помнить, что обрезать сухую листву малинии нельзя, ведь тогда она будет хуже расти. Рассада отлично переносит зимнюю непогоду. Малиния голубая – это травянистая высотой от 20 до 30 см. Цветет растение в месяц август-сентябрь.